Пятеро пассажиров маршрутного автобуса пострадали в ДТП. С места происшествия их увезла скорая. Все произошло в Красноярске на улице Партизана Железняка, недалеко от остановки Краевая больница. Там столкнулись ПАЗ и легковой автомобиль. По версии полицейских, водитель иномарки попытался перестроиться в автобусную полосу перед самой маршруткой. В итоге автобус сначала ударил в бок машины, после чего врезался в фонарный столб. В момент аварии в салоне общественного транспорта находились 25 человек. Некоторые пассажиры ехали стоя, держась за поручень. Опоры вырвало, людей прижало ими. В итоге на двух скорых в травмпункты города увезли 5 с травмами легкой тяжести. У одной женщины подозрение на перелом. Остальным госпитализация не потребовалась, людей отпустили домой после оказания помощи. Степень вины участников аварии сейчас устанавливают инспекторы.